от этой фразы. Машина для жилья неправильно понята была. Главным почему? Мы, говорит, работаем не на машину, а машина работает для нас. Главное в этой фразе было не машина. Вы услышали первое слово. А для жилья, для нас, для человека. Машина, как бы она ни прекрасна была, будет это Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche, неважно. Она нужна нам, а не мы ей. И дом этот нужен нам, а не мы ему. А вы, говорит, зачастую об этом забываете. И самое главное, в чем он был за всю свою жизнь, не понят, что он во главу угла ставил ни архитектуру, ни дома, ни бетон, ни модулор, ни горизонтальные окна и поднятые на ножки это здание. А он ставил во главу всего этого человека. Его комфорт, психологический комфорт, его эмоциональное состояние, его гармонию с окружающим миром. Он умер в 65-м году, о нем написали огромное количество книг, о нем написали огромное количество всяких очерков, статей, и защитили колоссальное количество диссертаций. Есть даже целое направление в архитектуре, корбюзианство, знаете, такое учение. Вот. Я сильно подозреваю, что оживи он сейчас и посмотри на все это сегодня. Ну, он и тогда успевал на это все, в 65-м году уже отдавал отчет с тем, что происходит. Он бы сказал, как Ишуа из «Мастера Маргарита», говорит, я прочитал и удивился, я ничего этого не говорил. Но тем не менее, тот 20 век, который я вам на протяжении 4 предыдущих серий все обещал, он рано или поздно начнется, он начался в основном и проходил в основном благодаря этому человеку. Все. Во-первых. Я вас всех поздравляю уже с окончательно старым, новым, всеми годами, Рождествами, всеми праздниками, которые сейчас, сию секунду, заканчиваются. Завтра будет 14 января, похмельное утро, в смысле в широком. Вот, и мы продолжаем. Через неделю, в следующий вторник, следующая 6-я серия архитектурного цикла с Максом Азангельевым. Есть одно маленькое уточнение, я многие в курсе, я уже говорил. Сегодня была последняя по старой цене, со следующего, с этого воскресенья харьковского цикла, чуть-чуть на 20 гривен я повышаю до 70. Все, теперь все. Не все. Я вам напоследок еще одну музыкальную композицию поставлю. Ну, потому что Франция это прекрасно, Париж это прекрасно. Даже сейчас Париж это прекрасно. Татьяна Викторовна, собирай деньги.